С 1 октября государственная регистрация акта гражданского состояния будет производиться органом ЗАГС посредством составления в едином государственном реестре записи актов гражданского состояния, соответствующей записи акта гражданского состояния в форме электронного документа или на бумажном носителе. Единый государственный реестр ЗАГС объединит в себе все записи актов гражданского состояния, начиная с 1926 года. В полном объеме он будет сформирован до конца 2020 года. Единый государственный реестр ЗАГС обеспечит онлайн-доступ к ранее составленным актовым записям, независимо от места их нахождения на территории России, который в ряде случаев необходим для совершения того или иного действия органов ЗАГС. По мере включения ранее составленных актов записи в единый реестр появится возможность прямо в день обращения получить повторный документ, свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте Российской Федерации.